Главное мероприятие этой встречи – подписание хартии «Я люблю Сочи». Свои подписи под ней поставили общественники со всех районов. Слово решили подкрепить делом, поэтому несколько расширили программу. Высадим деревья в ознаменацию этого «Люблю город, я люблю свой город Сочи». Мы хотим видеть его зеленым, как он был прежде, хотим его улучшить, поэтому мы хотим показать, что мы наработали до Олимпиады и после Олимпиады, какие наши планы. И в дальнейшем у нас экскурсия по Олимпийскому парку. Инициативу высадить деревья и кустарники поддержали все участники встречи. Тем более это общественники делают нередко. Уже через несколько лет эти пальмы разрастутся и будут украшать двор. Появилась здесь и табличка с надписью «Я люблю Сочи». Такие общегородские собрания, уверены члены ТОСов, отличная площадка для обмена опытом и разработки современных проектов. Другие проекты мы будем по мере возможности решать, помогая взаимодействию с районными администрациями районов и администрацией города Сочи. Поэтому в этом плане у нас налажен контакт. Вот, и у нас идет совместная работа. Вот. И сейчас, вот, в преддверии многих таких событий, какие-то знаковые праздники. Вот накануне сейчас День пожилого человека. Мы собираем наших людей, поздравляем их, устраиваем концерты и делаем добрые дела. В этом году семинары для советов ТОС прошли во всех районах курорта. Активистам объяснили, как можно самостоятельно решать проблемы своих районов и грамотно взаимодействовать с властями. В следующем году программа обучения продолжится. Уже сейчас ведется разработка графика семинаров. Игорь Кирпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.